Республика укрепляет сотрудничество с Архангельской областью. Соответствующее соглашение подписано на 10-м форуме регионов Беларуси и России. Документ регламентирует взаимодействие в ряде сфер. Среди них промышленность, строительство, ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, аграрный сектор, природоохранная деятельность, культура, образование, наука, спорт и туризм. Торговые сети продлили скидку в 10% на ряд товаров для пенсионеров, многодетных и инвалидов. Соглашение было заключено в январе 2022-го. К нему присоединилось 14 ритейлеров. В списке десятки наименований – от хлеба и круп до мяса и овощей. За время действия программы выдано более 1 700 000 карточек. Сэкономленная сумма за этот период превысила 37 миллионов. Централизованное тестирование по обществоведению на 100 баллов в этом году написали в 20 раз больше абитуриентов, чем в 2022. Высший результат показали 86 человек. Сертификаты о прохождении ЦТ можно будет забрать с 14 июля в тех пунктах, где проходило испытание. Главное при себе иметь паспорт, аттестат или специальный пропуск. Республиканский праздник Купалье в Шкловском районе посетят не менее 70 тысяч человек. Гуляния развернутся 8 июля рядом с поселком Александрия. Помимо белорусских мастеров, свои работы продемонстрируют 90 представителей из России. Гостей ждет насыщенная концертная и конкурсная программа, выставки-ярмарки, многочисленные тематические площадки, торговые ряды. В Бобруйске загорелся балкон. ЧП произошло вечером 26 июня в пятиэтажке на 50 лет ВЛКСМ. В этот момент 44-летняя хозяйка находилась на лестничной площадке. В квартире повреждены рамы, закопчены стены и потолок. Частично уничтожено имущество. Специалисты не исключают, что пожар мог произойти по причине неосторожности при курении.